Каюм Шайхутдинов – ученик 35-й школы. По словам парня, он очень ждал этого дня. Получение паспорта для Каюма означает вступление во взрослую жизнь. Уже стал большим мальчиком. Получая паспорт, ты становишься гражданином Российской Федерации. На тебя другие обязанности и права. Марьям Гельмединова также ждала этого дня с нетерпением, ведь она скорее хочет начать работать. Я смогу устроиться самозанятым, да, смогу продавать на Озоне. Я уже свои чаи собрала и смогу, иншаллах, после того, как оформят паспорт, уже продавать начать их. Поддержать юных челнинцев во дворец торжеств пришли и родители, а также бабушки и дедушки. Дети достигают такого возраста, они уже становятся полноправными гражданами Российской Федерации. И дай бог, чтобы все-таки вот это звание гражданин Российской Федерации им помогало. Свой основной первый документ получил 41 подросток. Лично юных челнинцев поздравил и мэр города Наиль Магдеев. Мы будем ждать здесь вас. В зале торжеств, когда вы будете скреплять свой семейный союз, и такое время придет, дорогие друзья. Придет то время, когда вы здесь будете получать государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан, и такое время, мы надеемся, придет. И, безусловно, мы надеемся, что вы будете славными продолжателями всех тех добрых дел, которые были сделаны в предыдущем поколении. Вместе с паспортом ребятам также вручили Конституцию РФ, чтобы юные челнинцы знали свои права и обязанности. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Набережные Челны.